Глава регионального МЧС подчеркнул, что учения впервые состоялись в период пандемии. На момент подготовки выпуска новостей к эфиру в Мурманской области выявлено 92 новых случая заболевания COVID-19. Больше всего заболевших в Мурманске плюс 47, Североморске плюс 17 и Печенском районе плюс 12. Накануне во время брифинга по эпидобстановке в областном правительстве глава регионального Роспотребнадзора отметила, что в ближайшие две недели снижения числа инфицированных не будет из-за осложненной динамики развития болезни. А вот к концу октября уровень заболеваемости может пойти на спад. Тяжелых больных пока не становится меньше. За сутки 4 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Чаще всего от COVID-19 умирают пациенты с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями и эндокринными, в том числе с сахарным диабетом и ожирением. Смертность таких пациентов в условиях пандемии в 2-4 раза выше, чем у здоровых людей. 85% умерших приходится на инфекционное отделение областной клинической больницы. Причина проста – сюда поступали и поступают самые проблемные больные.